А у нас начинается зажигание костра, ритуал зажигания костра. И как я понимаю, вот этот меч, как мы видим, этот меч, это символ. Символ. Меч символ чего? Воинского искусства. Воинского. То есть мы сейчас он будет это символ того, что как бы символическое, такое, что меч разогревается, а потом западает в воду. Да? Сейчас мы его разогреваем. Это меч Перуна, да? Давайте начинаем. Что это? Символ. Какой символ этого? В хороводе прохаживаются люди энергетичные. Я здоровляюсь. Я не знаю. Добавляются все свои комплексы. Замыкаем хоровод. Одновременно с камерой мы в хороводе, будем хороводить. Эй, гори, ясно, чтобы не пора. Москва, побежали, побежали, побежали! Вместе, сейчас, вместе. Так, а я пока поснимаю. Вот это здорово, когда это очень классно, когда два круга. Теперь два. А вы остановитесь, возьмите за круг, чтобы круг был. Стойте, уже круга же нету. Поехали, отлично. Назад. А круг разорвался. Круг у девочек не... А если круг не замыкается у девочек, то что тогда? Тогда не получается, да? Ну, в принципе, да, но ничего страшного. Вообще-то женщины должны быть внутри. Внутри, да? Давайте. Так, создали большой хоровод! Открывается большой хоровод! Чем вы так? Сейчас будем вытаскивать меч. Разогретый меч сейчас будет закаляться. Желающие! Пошли!